а здесь в тени деревьев сидит задумчивый такой шимпанзе. Я не знаю, зачем ему столько бутылок накидали. Дружочек, а ты яблочки кушаешь? У тебя тут даже колючая проволока. Кто такой я? Зубки болят, маленький. А как тебя покормить, дружочек? Ну как? Ты видишь, тут тебе хрен подлезешь вообще. И почему столько бутылок валяется, я вообще не пойму. Прям заткнуты. Через них пытались что ли кормить, я не знаю. Ну что, маленький мой, ну что, яблочко хочешь? Ну ты хоть бы руку протянул. А, он что-то жует. Он что-то жует. Что-то пожевал. Я тебе даже через прутик этот не кинул. Вот так пошел. О, как. А, вот, смотри, у тебя тут труба есть. Тебя через трубу можно кормить, оказывается. Не? Не хочешь? Да ты ж рыбка моя, чему красотун. А смотрит со смыслом, ну лишь бы не кинулся.